Приветствую всех, меня зовут дядя Митя, ее Юля, и мы сейчас находимся в саунд-центре нашей России, это город Герои, в Москве, улица Никольская, идем гуляем, блин, тут ночью просто, наверное, шикарно, я бы сказал. Юля, расскажите, как вы сюда приехали? Что вы тут забыли вообще? Ой. Что мы? Все, ой. Одни эмоции. Просто. Слов нету. Я не люблю, когда так все взбалмошно получается. Вчера еще только дома сидели, смотрели телевизор, а сегодня уже мы в Москве. Гуляем в самом центре. Сейчас мы находимся в Государственном универмаге Москвы. Это один из больших универмагов старых в нашей стране. Посмотрите, какая красота здесь нас окружает. Ребята, мы здесь идем и гуляем по Красной площади, прямо в центре, блин, Красной площади, где недавно ездили, грохотали танки. Мы сейчас здесь проходим и любуемся окрестностями. Знаете, приехали мы сюда спонтанно. Вечером сидели дома, рассуждали, куда поехать, то ли в Волгоград, то ли еще куда. Потом решили то, что в Волгоград не поедем, там все закрыто к чертям, просто никуда не пустят. И мы решили поехать все-таки в Москву. Москва – столица нашей Родины, она всегда красива, закрыта, открыта, блин. Пандемия, не пандемия, посмотрите, сколько людей окружает нас вокруг, это просто, блин, жесть. Даже и не думал то, что мы приедем в такой момент. Такое чувство, как будто со всей страны сюда приехали, и не только страны, со всего мира. Людей много, пробки ужасны, мы еле добрались сюда. Это просто жесть была тоже, бля. Но ради такой красоты, я думаю, нужно было. Нужно было приехать сюда, погулять. Красиво здесь. Находимся сейчас в парке и идем гулять через фонтаны. Прикольное зрелище, на самом деле. Струи воды летят сверху. Нет, освежающе и весело. Мы находимся в парке имени Горького. И здесь тоже очень-очень много людей гуляет. Такая набережная, прикольная, то, что можно посмотреть, как кораблики плавают вот там где-то. Не знаю, что Юле не понравилось. Парк мне очень нравится. Мне все нравится всегда. Я не говорю, что мне не нравится. Просто я ожидала какого-то вау. А здесь пришли, фонтана я никакого не встретила. Никакой водички, водопадика не увидела. Ну, кроме как набережной Москвы-реки непосредственно. Водички не увидела, ребят. Просто водички не увидела. Нет, в самом парке я вот этого ничего не увидела, никакого фонтана, ничего. В этом все и дело. А есть, вон там где-то вода еще. Вот так здесь, конечно, здесь покататься на чем-то, то есть ролики, коньки. Ну, есть такой как бы спортивный спортивный парк, именно как у нас на 9-м километре. Ты можешь приехать, покататься на роликах, на велосипедах, на электросамокатах. И на всем. Только главное, чтобы тебя еще не сбили, когда ты идешь гуляешь. Вот этим он и славен. Парк Горького. На самом деле, мы вас развели, то, что мы поехали в Москву. Мы сейчас находимся на юге, и вот они, пальмы растут. Вот они. Вон они. Много пальм. Все, пальмы в этом году увидим. На море можно ехать. Да, все. Пальма — это вообще растение топовое. Раз посмотрел пальму в год, и все. А говорят то, что в средней полосе пальмы не растут. Тут вон в Москве растут пальмы. И красиво тут такая зона сделанная. Тут даже какой-то лабиринтик. Ну, видишь, они разного цвета. Нет, растения, да. Сидят. Шикарно, шикарно. И такая колоннада величественная стоит. Просто огонь.
1955 год. Она очень большая. Громоздкая, так сказать. Огонь. Такие колонны огромные. Да, сейчас она находится на реставрации, ее в полной красе мы не заснимем. Тут очень много в Москве делается, много развязок, много дорог. Город вообще в пробках стоит. Все ремонтируется, чтобы к новому сезону, как бы 1 сентября, уже все, ну, не закончить, а уже там доделать что-то, подделать. А также, смотрите, здесь еще находится самый ядовитый цветок. Тещин букет. Тоже южное растение. Сейчас мы находимся в одном из самых примечательных мест города Москвы. Это Воробьёвы горы. Посмотрите, какой вид открывается отсюда. А чем оно примечательно, вы спросите? Здесь снимали фильм «Бригада». То, что я знаю. Ну, один из моментов. Да, клятва Саши Белого. Так вот. Не, прикольный вид. Посмотрите еще раз. Покидаем мы Москву. Посмотрели. Сейчас едем в машиночке. Смотрим по сторонам. Любуемся красотами Москвы. Незабываемый сегодня был день. Не забывайте на меня подписываться. Все ссылочки внизу там, как всегда. Меня зовут дядя Митя. И я Юля. Всем удачи и пока.